Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии было куча всего страшного, но в этой серии мы двинемся на запад. Вот сюда нам нужно добыть навершие бритвы Мируноса. Остальное-то вроде у нас все уже собрано, да? Так, давайте посмотрим. Рукоять уже есть у нас. Обломки клинка непонятно где, честно говоря. Подожди. Обломки клинка у нас здесь, хорошо. А на верши тогда где? Ладно, разберемся. Но тем не менее, сейчас нам нужно. Где наша лошадка вообще? Опять потерялась. Нам нужно вон туда куда-то пилить. И я думаю, этот путь займет довольно продолжительное время. Вплоть до конца этой серии, потому что чувствуется, это будет не очень легко. Так, ну а пока что это что такое? Изгои. Кругом проблемы с этими изгоями. А ты кто? Ты уже знаешь? Павона выгнали из его шахты. Почти всех убили. Ну, платите деньги, решим вопрос. Бедный Павон и гад. Пережить нападение изгоев. Надеюсь, Павон сможет скоро вернуться на свою шахту. Всем нужен дом. Говорю тебе, мне не послышалось. Вы, блин, в одной тоже говорите. Так, видимо, в эту шахту надо, чтобы ему помочь. Не знаю. Скаги меченый. Так, Павон. Вообще, мне, по идее-то, вот сюда надо. Но как сюда попасть? Подъем пока что не замечен. Скорее всего, мне нужно как-то обойти и вот отсюда пройти, что ли? Затрудняюсь с ответом. Ладно, нафиг вашу шахту. Давайте поскалолазим маленько. Если получится, конечно. Давай, давай. You can do it, давай. Судя по всему, что-то да получается, да? Да, скалолаз из меня знатный получился. Так, а что-то он дальше не лезет. Просто в какую-то невидимую стенку упирается, что ли. Да, печально. По-моему, это просто, блин, нечестно по отношению ко мне. Так, как же мне тогда туда попасть? Сложный вопрос. Там уже Маркарт. Ничего, сейчас найдем путь. Искупались маленько. Хотя, возможно, говорили, что под Маркартом куча подземелий. Возможно... Да нет, навряд ли. Мне просто нужно обойти как-то. Ой, я сейчас опять свалюсь в речку. Так, будем разбираться тогда. Вот отсюда, я думаю, я мог бы подняться. Но лучше не будем, лучше найдем путь попроще. Потому что опять невидимую стену упремся, это будет печально. Хорошо, тропинка направо. Барашка. Ух ты, что-то там есть. Но нам
нам сейчас. Блин, далековато пилить. Парашка, уйди с дороги. Саблезуб. Ты почему не успокоился, дорогой? Это было странно. Ладно. Так, а где-то тут, по-моему, Гленморильские ведьмы обитались, нет? Вполне возможно, кстати говоря. Знакомые довольно-таки места. Ну, скорее всего, нет. Так, ладно. Пилим наверх. Тут, в принципе, на лошадке было бы довольно проблематично, конечно. Вот тут встретить дракона, это будет печально. Прятаться вообще некуда. Хотя если... Ой. Все, мир? Дружба, жвачка. Все. Хорошо. Так, ладно. Красивый меч. Только вот я думаю, с заметностью у него проблемы будут. В темноте такой светит не хуже факела. Так, вроде бы пришли куда-то. Сохраняшечка. Да, руины какие-то, я бы даже сказал. В таких очень легко встретить дракона, вот что я хочу сказать, в общем. Но так как уставший, получается сплошное мычание. Так, ведьмин оплот. И нам в этом ведьмином оплоте нужно двигаться вперед. Даже дальше, за него. Наш... Ой! Ладно. Как скажете. Хрен поймешь, кто такие. Ну-ка, раз уж такое дело, давайте-ка посмотрим. По крайней мере, мы отсюда поднялись повыше. И то хорошо. Ладно. Так, это может быть опасно. Хотя нет, не может быть. Но их тут куча, надо быть осторожным. Можно огрести просто по глупости какой-нибудь. Так. Перелет. Ладно, сами напросились. Я конфликта не искал, но кому надо, могу полную жопу огурцов сделать. Так, все. Уф, как вы мне надоели. Я хочу просто взять свое. А вы, блин, стоите на пути и мешаетесь. Так, ну-ка, давайте-ка мне точно... Кто-то мне странное место показывает, указатель, хотя по идее мне нужно двигаться вон туда, но указатель показывает сюда. Типа тут вход, ну ладно. Что ж поделаешь, раз так.
раз такие дела. Да, меч, конечно, палево еще то. Я думаю, все-таки надо будет его убрать. Так вот. Блин. Бесшумно не получится. Хотя... Ты один такой тут противный. Хорошо, вроде без кипиша обошлось. Висковое сердце съесть. Это, так понимаю, растение, да? Да, это алхимик какой-то был. Эбонитовый кинжал. Отлично. Это мне пригодится. У вас тут аппарата для заточки нету, к сожалению. Так, золото. Стеклянная булава козьбы. Блин, тут хорошие вещи. Темно. Как темно. Так, магический свет. Это у нас Скайрим. Нам Скайрим пока без надобности. А мы двигаемся дальше. У нас еще сундучок. Около сундучка ловушка. Так. Надо бы ее обезвредить, все-таки, я думаю. Правильно? Хорошо. Эбонитовый. Блин, цены-то какие, да? Мне даже деньги сейчас не нужны, но такое я пропустить просто не могу. Так, вот сюда вот мы выходим. Хорошо. Это мы не зря зашли, это подземелье нам дало больший доход, чем серии 8, наверное, предыдущих. Но, тем не менее, двигаем дальше. И что-то... Вы что, заодно, что ли? Да вы гоните, не бывает такого. Ну, в принципе, ладно, что. Тут кто-то есть? Тут есть кто-то, да. Ох, нифига. Нифига себе. Блин, хорошие бойцы появились. Только я, блин, говорил, что нет, нет, челленджи. И как настучал мне, обалдеть. Так, хорошо. Будем разбираться, что это за борзые люди такие. В принципе, надо было мне задуматься еще тогда, когда я заметил, что я не с одного удара убил его со спины. А это верный признак того, что враг довольно-таки силен. Да ладно. Вот так оно обычно все и бывает в итоге. Жир тролля мне не нужен. Так, тут лесной эльф. Нашего человека запилили. Опять отмычка опять. И в меня кто-то стреляет из лука. Пусть стреляет. Главной убор изгоев. Блин, какая пакость.
Ладно. Пришли мы наконец туда, куда хотели изначально. Это меня радует. Блин, отсюда неплохой вид открывается. Так, это что такое? Снежные ягоды. Понятно. Хорошо. Ха. Где-то здесь у нас то, что нам нужно. Скорее всего, нам наверх надо подняться. А ты у нас враг или друг, интересно? Скорее всего, враг. Боюсь, мы этого никогда не узнаем. Да, это изгой. Так, ладно, что у вас есть? Стрела изгоев. Ой, это вообще отстой какой-то. Ладно. Ладно, ладно. Подожди, а почему мне опять на выход показывает? Не здесь, что ли, она? Хотя, ладно, разберемся. Блин, мне сейчас все это проходить, что ли? При том, что мне тут, оказывается, не надо даже находиться. Ну-ка, давайте-ка попробуем выйти. Еще время на них тратить. Обход есть какой-нибудь? По горам там, скажем. Я-то думал, здесь оно будет лежать уже. Это бы в корне меняло дело, но... Так. Отсюда показывает, что сюда надо. Видимо, дело в том, что квесты показывают указатели заодно и на то, что нужно возвращаться в Данстар. Видимо, вот этот указатель показывает мне туда. Ну да ладно. Тогда уже будем спокойно совестью всех их резать, зная, что мы идем правильной дорогой. Раз уж такие дела, почему бы, как говорится, и нет. Не шуми. Топор. Хорошо. Я вижу сиськи. Нет, показалось. Всякая ерундовина. Ладно. Тоже ничего. Больно уж хорошего. Тут они питались, похоже. Эй. Это... Как же... А, понятно. Это у нас типа ловушки такой. А, то есть у нас была турель, не турель, а охранная система в одном месте. Это, видимо, типа не ее. Ну ладно. Не будем испытывать судьбу на ней. Что за игра за обедом? Понятно. Открылась дверка, надо возвращаться. Отлично. Хорошо. Где у нас тут выход был? Выход у нас был вон там. Ладно. Так, а это что такое? А, это понятно. Стол для зачарования. Понятно. Понятно. Так, а тут что? По-моему, уже... А, нет. Вот открылось. Точно.
темень какая. Если вы ничего не видите, то не пугайтесь, я тоже ничего не вижу. В этом, собственно, и фишка. В темноте должно быть темно. В темноте не должно быть светло. Темнота, она такая. Я слышу слово «сила». Надо записаться. И вроде как никого нет, да? Понял. Так, хорошо. Так, а тут у нас ворожея, который даже меня не видит. Балда такая. Это будет просто. Драскуа. Драскуа у нас на вершине бритвы Мируноса. Человечье мясо, которое нам, конечно же, не нужно. Еще один странный камень. Так, ну и давайте возьмем слово силы. Побег, испуг. Я, в принципе, примерно представляю, что это такое. Так, давайте вообще посмотрим. Давно я туда не залезал, там у меня уже парочка криков неоткрытых есть. Так, вот, допустим, здесь гармоники мир можно... открыть. У нас все равно 15 душ драконов. Так, что дальше? Животное. Устрашаются любые силы туумы. Кинутся бежать, охваченные ужасы. В принципе, неплохая вещь может быть. Больше ничего вроде открытого нет. Ну, конечно, есть еще вот это вот, дружба со зверями. Блин, как-то я даже не знаю. В принципе, у нас все равно души тратить особо некуда. Так что ладно. А, ну и все. Что нам осталось? Так, по этому квесту нам нужно еще добыть обломки клинка бритвы Мируноса. Где же это у нас находится? Это у нас рядом с Фолктритом. Так, Фолктрит. Подожди, это я тут нахожусь. У нас есть маркер на Данстар. Но где остальное брать, я, честно говоря, не представляю. Обломки клинка. Сложно сказать. Сейчас разберемся. Может, он нам подсказку какую-нибудь даст. Вообще, этот кинжальчик мне бы не помешал явно. Так, лошадка наконец-то нашлась. Скакали. Музей тут, если мне не изменяет память, это вон то здание, самое крайнее. Ну-ка, посмотрим. Да-да-да. Сейчас сразу ему отдадим, может, у нас новый маркер хотя бы на карте появится. Ну, здравствуй, Сил. В чем дело? Вот на верши. Наши самые искусные оружейники никогда не сравнятся с Даэдра. Посмотри, как сверкает. Еще золото дал. Вот золото, как и обещал. Теперь нам нужны только обломки клинка и рукоять. Но дело в том, что рукоять-то вот тоже на. Нет, что за рукоять? Она будто сама подстраивается под форму ладони. Вот твое золото. Хорошо. Осталось найти только обломки клинка. Захватывает, правда? Не подскажешь, где мне их искать? Да. Я буду в музее. Не подскажет. По этому квесту у нас... Подожди, я же вроде
Или нет? Или я вот тут добывал? Все понятно. Все-таки Фолктрит это... Понятно, понятно, все понятно, короче говоря. А тут я был, нет вообще. Нет, я тут еще не был. Сейчас мы туда и двинемся. И, в принципе, скоро у нас будет клинок, каким бы он ни был. То ли кинжал, то ли... Не знаю. Так, ну и в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. В следующий пойдем за клинком, возьмем осколки, потом сдадим работу темному братству. Но это, понятное дело, все будет в следующий. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока.